Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Главные качества этого имени – сила, стабильность, надежность, пунктуальность. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Если носитель этого имени будет уделять чрезмерное внимание мелочам, осторожничать и ко всему относиться с недоверием, упуская при этом массу возможностей, которые представляет ему жизнь. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Люди, имеющие букву «З», в имени чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Взгляды на жизнь таких людей часто необычны и экстравагантны. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Эти люди ответственны и терпеливы. Однако уступчивый зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.